Постоянно снимать? Постоянно. Что, Дом 2 еще? Не, это другое шоу. Другое шоу? Костя! Да. Как это выключи? С ним что-то разговаривал, мне задали вопрос, я ответил. Что, правильно, с вами разговаривает сотрудник, не грубите сотрудник, ему. Сотрудник, какой ему грубить? Вы ему нагрубили. Чего бы я ему грубил? Да тут же записано все. Чего добиваемся? Да ты в жопу себе ее засунь, слышишь ты, эту камеру. Я тебе разрешал себя снимать вообще? А вас никто об этом не спрашивает. А вы расписку давали, когда сюда прибыли? А я ничего не давал, посмотри в моем деле. Да ты только можешь давать, ты покричать. А я никому кричать не присягал. Значит, оговором здесь нахожусь, мне это по приговору смогу не смогу сюда. Ни за что я не расписывался, ни за какие спецсредства к себе, чтобы ко мне не подъехали. Но тем не менее, о них вы знаете. Этого уже достаточно. Я не знаю, это вы навязываете. Читайте за полом. Резинка, а тут же скатерть не предусмотрена. По-честному? По-честному. Обыкновенно. А это вот анализ крови, ну скажи, да, что, как его дать? Сдадите. Да, слушай. Угу. Какая-то. А куда ты денешься? За руки вытащил.
Сегодня Дьяченко дежурит по камере. Ну почему ты взял, Николай? Баллон. График есть, Дьяченко. Че там почему? А вы дежурный? На самом деле, просто не видим, блядь, тут не положено. Ну вы, блядь, не наигал тут денег. Тут Николай что играет, он тут переводит. Он тут же сразу говорит, что он прям в суд выходит, что он знает. Че там, заходит, заходит. Нуждался в этом, я в этом не нуждаюсь. Мало ли что ты не нуждаешься, ты где находишься?
где? В тюрьме на год? Вот и все. В чем мы? Вот тебе нужно... Что я не имею? Тебе... Не имею права иметь своего меня? Да ну нафиг, где это написано? Где написано? Права. Где написано? Написано где? Покажите. Так, еще какие вопросы есть? Есть, конечно. Какие? Объясните, где написано, что я не имею права иметь свое одеяло? Где это написано? Ты не прекрасно знаешь, о чем мы ведем речь. О чем мы ведем? И что тебе? Я везде пробыл, я везде пробыл. Был в Ожарке, был в Тактамыке. И нигде у меня не забирали одеяло. А здесь у тебя забрали. Да, здесь. И правильно делали. А почему ты? А потому. Почему я должен под этим... Все, пошли. Пошли, блядь, зачем наберешься? Так, оставьте на него документы. Да я пошел ты нахуй вообще. Выходи, блядь. Пошел нахуй, блядь. Да идет, идет, брат. Нет. Да куда он что прошел? Что его никто не остановил? Чего? Еще. Андрей, останови его, куда они пошли? Лицом к стене, встань. Лицом к стене он. Вот они висят. Вы забегаете, все, он быстро выкинулся. Убежать. Да руки не суй, я тебя что ты трогаешь? Я тебя еще не трогаю. Основание свое. Ты куда летишь? Я не летел, я слышу в камеру. Вы на выход разговариваете, как положено. Все, заводите их, а там сейчас проверяют. Что слушать? Да вы что такие дикие-то, блядь? Я говорю, там камеры находятся. Откуда вы есть? Да нет, видишь, да вы между собой разберитесь, заходи, не заходи, вы чё? Вообще выходи. Никуда не пойду, блядь, заебали вы уже. Сука, дьяволы, блядь. Ремонт, пизда вашему ремонту, сука, клоуны, блядь. Начальник. Это что такое? Что? Это какая-то простыня. Значит, это полотенце. Какое? Оно одно ножно, одно. Да убери ты руки свои. Ну, да, спокойно. Меня туда зовут, а меня сюда зовут. Не дергайтесь. Вы не лезьте ко мне. Стойте, не дергайтесь. Это? Сможете кто-нибудь объяснить, что нам положено, что не положено? Можно. А кто? Я могу вам объяснить. Да, не, не знаю, что не знаю. Ну, какие вопросы, на что не положено? Вот это вам что положено? Тут достать. Это нажимаем. А вот это? А вот это что? Это что ли? Все, записали. В первый последний раз вот пришли вот так вот, зашли, что-то устроили. Да нет, успокойтесь, хватит угрожать. Мы посмотрим, что по вечеру, либо по обеду, когда там он лучше.
Что с радио? Что радио у нас не работает? А время? Нет, вы работаете. Конечно, подписи там свои поставьте. Обязательно. Прокуратуре. Камеру еще возьмите, поснимайте тоже. А то все снимают, а ты нет. Че, все или че? Да ну ломать вот эту всю залупу, выкидывать нахуй, пускай вам ночуют здесь. Да нет, не выражайтесь. Да я же не похуй вообще на вас. Я понял, что ты такой. Я говорю, сейчас разломаю все, что здесь можно, идите вы нахуй вообще. Не вы зашли, надо нагадить, оборвать и убежать, или что? Смотрите, а кто у нас там ничего не обрывает? Кто? Угрожается матом, что вы чистите? Вы нормально вам разговариваете? Вы просто... Нормально, скажите, все нормально. Сколько можно говорить? Сколько вы вчера это говорили? Значит, сегодня появится. Что сегодня появится? Конечно. Одолжение, что ли, или что? Какое одолжение? Сегодня появится. Это повод был вот этот? Да нет. И что? Что вас не устраивает конкретно? Да все не устраивает. Все, все, с кем все. Вы что ли что-то дадите, предоставите все, или что? Все, за свои действия, вот начальник безопасности. То есть нет у вас. Будете за бездействие, за да противомерность, будете еще отвечать. Помимо Бога вы ответите и перед законом. Вот эти слова я говорю на камеру. А мне это не надо. Да ему вы сказали достаточно вчера. Лезьте, бред, пожалуйста, не проявляйте свою предвзятость. Блин, и что вы можете вообще сказать? Вы не вывели просто из терпения. У каждого человека есть предел. Не трогайте, не угнетайте, а то, сука, или без головы останешься. Я не знаю, что у меня. Да вы мне вчера угрожали, что вы меня будете встречать. Я тебя встречу, да. Хорошо. Записывайте. Вот это что, у меня психика ненормальная, вы меня угнетаете каждый день. Да вы что? Да! Вы, Назаров, что вы от меня хотите? Я будет заявление, будет все ваши действия. А, Николай, можете снимать вообще? Да, это по закону. А? А где закон? Покажи. А вот я вам скажу, покажите. А? Уиски же есть. 97-я статья, считайте. И 8-я. И 8-я. Если я открою, прочитаю, что первый. Где вы расписываетесь? Где я расписываюсь? Где я расписывался, что мне нужно снимать? По прибытию. С моего разрешения. По прибытию в колонию. Где я? Покажите эту бумажку, что я расписался, что вы меня ознакомили. Чего ты тут наворачиваешь? В следующий раз я ее выхвачу, расхуячу его в пол. Вот смотрите, часть четвертая УИКа, да, просто, часть четвертая УИКа гласит, что вы конституции не имеете права. А еще будет ответственность. Лично ты спала заполнишь, я тебе сразу говорю. Вы не угрожаете, и вы тоже угрожаете. Ты угрожал не так давно. Вы мне угрожаете опять? Помнишь, нет? Не помню. Все смехуечки. Я не сейчас посмеемся, что вы, еще суток не будет здесь. Вот дайте мне объяснение. Я вам объяснение нужно. Статья 24 УИКа, да? Я вообще объяснение нужно. Часть 4, вот дайте. У нас прокурор, представитель, да? Закона, вы мне дайте объяснение. Я вам по кодексу говорю. Вы прокурор или следователь? Я вам говорю по кодексу, интерес у вас проявляет. Вы представитель закона, дайте мне вразумительный ответ. Короче, какие закон гласит, что... Мусорное ведро, что еще вас не устраивает? Что? Ну почему вы меня игнорируете? Несите ясность. Что вот это за питерство снимается каждый день? Вы что такие? Скажите, я вам очередной раз говорю, не выражаться на нецензурную бранью. Откройте уголовный исполнительный закон. Да вы охуели! Вы охуели! Вот скажите,
это? Вот есть что вы творите? Что вы игнорируете? Здесь вы что дали вообще, чтобы здесь содержаться? У вас есть кодекс? Все, что у вас положено, у вас есть. Чего положено, вы знаете? Дайте мне вразумительный ответ по кодексу. Хорошо. По уголовно-исполнительным статьям. На основании статьи 24 части 4 гласит, что вот эта вот вся ситуация должна быть с моего разрешения. Вы в мою частную жизнь просто вторгаетесь и вот начинаете вот... Выборочно, я вам скажу, вы выборочно собираете компрометирующий материал, который интересен впоследствии только вам. И не ставите в курс об этом, из-под тишка снимаете или еще что-то выбираете. Вы хоть вон там вот фиксируете, что это вот так вот. Ну, то есть ты сам признаешь факт того, что ты иногда допускаешь? Что иногда допускаю? Ну, меня выводят из себя, потому что сейчас на проверке дергают руками, хватают меня сзади и со всех сторон меня туда-сюда, я не проснулся еще. Какие права вы имеете вот у меня вот здесь нападать? Я вам говорю, что я не проснулся, я не понимаю еще, что происходит. Вы меня вот сейчас вот дернули и начинаете по-продолжно друг друга толкать. Вы вообще кто есть? Вот такие вот на себя брать, там, я не знаю, местная администрация, много на себя берете, чтобы вот так, вот так. Вы хотя бы элементарное, вот здесь мы вчера зашли, мы все вымыли, да, щетками зубными. Вы пришли сегодня, тут натоптали, грязи навели, все, перевернули, поотрывали даже мелочь какую-то, которую мы просто взяли, скрыли вот эти вот убогие раковины. Вы все поотрывали и ушли довольные. Еще плюс руки тянете и угрожаете. И че? Это нормально? Тебе кто угрожает? Да вы! Вы? Да. Ну дай бог. Да на проверке только что не дал. Сейчас радио, а? Сейчас будет радио. По времени. В смысле сейчас будет? У вас оно вообще не работает. Да вы чё такие охуевшие? Вы чё, блядь? Сука, не пидоры, какие пидоры, сука. Пизда вашему ремонту, пидоры, сука. Какие пидоры, ебаные, сука. Чё нахуй? Велигор, чё хотел? Не понял. Одеяло? А ну зачем делать? Ну, одеяло. Давай. Я сегодня домой с папой не взял. Сейчас что, день или ночь? Сейчас день. Ну все. Вечером вам будет не захотелось. Мне не нужно. Ну не нужно, значит, будете спать. Мы не сказали. Звони просто. Что случилось? Вам дадут листочек? Я понял, не понял, в чем дело у вас? А что тебе, не нравится? Ну давай стучи. Начинай. Начинай. А я тебе не буду спрашивать, что ты давал или не давал. Вы тут противодействуете. Давай, давай, долби. Долби. Дадут тебе. Игорь, найди за речь, она прям стоит. Да ты что, вчера не нагулялся, что ли? Не снимайся. А что ты делаешь? Не нравится, что ли? Конечно, не нравится. А мне нравится. А почему он снимает? А потому что положено так. Почему? Кто положил? Где? Вот это воротничок опустил свой положено. Где бумага? Бумага? Где? Покажите, где бумага. Считай, это у них бумага. Ну вот я сейчас. Давай не буду считать. Вот и давай. А что на беседу не позовете? Нет, не позову. А почему? Мне сейчас некогда с вами беседовать. Когда будет время, что я вас позову. Стоп, еще давай что-то. Да, это испишите сначала, еще давай. А я испишу. Ну вот и спеши, потом еще попросишь. Молодой человек. А что на ты-то? Я не доволен. Значит, мы вам оденем наручники. Давай. Ты что, думаешь, боишься? Да, да. И все, и будешь стучать голову. Давай. Ты меня понял? Давай. Поехали. Давай, застегивай, что ты. Я их часть прям проводил. Да? Да. Порвешь? Да. Легко. Да. Легко. Сомневаешься? Сомневаюсь. Давай пристегивай, что я покажу тебе.
как это все делать. Ну, что дальше? Ничего. Ты верни мне мои вещи. Угу. Верни мое одеяло. Да? Еще что? На незаконном основании. Еще что? Почему-то я... Вчера что-то прокурору я языком-то не чувствую. Подожди, вот, все. Говорил я вчера. Я что-то... говорил? Я конечно говорил. Че? Не лебезю, как вы нахуй. Тогда верни мне, давай лебезите. Ну что он сказал? Че? Че сказал? Че? Да он вообще ничего не сказал. А, ничего не сказал? Да. Ну хорошо. Начал мне там рассказывать, что положено. Ну вот именно, что положено. Так не положено. Вы мне верните мои вещи. Непосредственно мое одеяло. Мою просьбу. Сотовый телефон. Сотовый телефон за себя. Это себе нужнее. Еще что? Какой сотовый телефон? Еще что? Зачем бредишь? Да. Это вы бредите. Это вы бредите. Если ты мне просишь. Да. Рука устать вести тебе особенно. Смотри. Носи уже. Да ты что? Конечно. Да. Тебе, блядь, лично. Ничего. Ничего. Одеяло мое. Ага. Принесу я тебе лично одеяло. Здесь. Все вразумительно, мне еще никто не сказал. Начальник учреждения уже все объяснил. А что мне вразумительно, он даже не может сказать. Если бы я бы нуждался в одеяле, конечно, я бы сказал, дайте мне одеяло. А я в нем не нуждаюсь, а вы у меня его изъяли. Если вы уже один, то... Да, и меня слабо. Я не могу сказать.